В размере 200 манатов или около 118 долларов устанавливается с 1 октября минимальная трудовая пенсия в Азербайджане. Соответствующие поправки законодательства утвердил президент Ильхам Алиев. Изменения затронут сотни тысяч человек. Для повышения минимальной пенсии предусмотрено выделение из госбюджета более 200 миллионов манатов. В целом изменения затронут 660 тысяч человек. Еще одна поправка к закону связана с индексацией. Она будет проводиться в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен, установленным Государственным комитетом статистики. Раньше страховая часть пенсии индексировалась на основе ежемесячной средней зарплаты по стране. Согласно поправкам законодательства, мы переходим на новую систему. Теперь при индексации за основу будет браться уровень потребительских цен. Отметим, что в марте этого года размер минимальной трудовой пенсии в Азербайджане уже был увеличен со 130 до 160 манатов. На эти цели государство выделило 400 миллионов манатов. Таким образом, за последний год минимальный размер трудовых пенсий увеличился почти в два раза. Эсмира Алиева, Наиля Гасанова, Руфат Алькперов, CBC.